СТшки, по-моему, не едут драться, да? Блин, не вижу левую сторону. А вот он летит. Ну. Ну и ни одной тыки никто не кинет, да? Понимаю, понимаю. Тяжело, тяжело. Четвером на отстреле стоят, и никто не кинул. Меня сейчас схавают тут, понял? Сейчас один кто-то подожмется, и все. Вот он уже летит, Лен 907. Сейчас кто-то один сюда поджимается, я не выживаю. Ну, стою на подсвете пока. По-любому сейчас вот 907 или кто-то рванет сюда. Блин, ну вот где фокус, алло? Вы тут втроем нужны. Там же прострелы ебунячие просто. Сюда сведитесь. Прога уже второй раз тут светится на горке, и они ее не отоварят никак. Понимаете, в чем дело? Ну-ну-ну-ну-ну, ребя, ну-ну-ну, доработать. Уработать надо. Уракена сделайте ему, лянь. Хороши, лянь, 6700 есть. Заказали киллера для арты, но мне приходится светить демоном этим, прикинь. Вон, ТСТ-ЛТ с той стороны. Прикинь. Брады. Не понимаю, в чем дело, блядь. Что происходит? То, сука, мать его с фонариком катается перед лицом. Они, сука, они просто не понимают, ребя. Все, теперь они поняли, где, откуда пахнет этим. Откуда пахнет керосином. Брат, что ты, как ты? Братух, как ты? 8 косарей на света за 3,5 минуты. Нормально, да, я там позишн. Я ж не стал дальше проходить. Смотрю, мои вот тут вот, думаю, сейчас зафиксируются, и все. И меня там схавают на халяву. Это был именно идеальный вариант. Кстати, вот тут вот просто быть на подсвете в самом начале. Для того, чтобы вдруг что, попытаться убежать. О, сука, по мне сейчас будет бить. Ой-ой-ой, 1500, 9300, лянь. За 4 минуты 9300, ёб твою... Вот это ты зря, брат, братух. Тут где-то оруженосец, понял? Сейчас будет долбить. А вот она, помоечник. Блядь, а чё его не вижу? Бля, не попал, да ладно. Да ладно, не попал, прикинь. Не попал, сука, в ортопеда. Шотного. Ё-моё, Озик, привет. Здорово, какую СТ посоветуешь качать для мобильности ДПМ? Не ГПМ, а ДПМ. СТ с ДПМом. Ты прям хочешь и мобильность, и ДПМ, блин. Тут надо жить, тут можно, тут коридорчик будет по-любому. Я его увидел, а у меня нет. Повредил гусеницу.
паруешься с учарами. А, тут еще и прога, я понял. Я проиграл. В начале боя ли они у меня катаются? В начале боя они у меня катаются. Ну, он упоротый этот придурок, блядь. Они вот такие светляки, они долго не живут. Он просто упаруется вообще безмозгло. Просто упаруется. Если были тут какие-нибудь там пару стэшек, он уже поиграл бы. Или хотя бы гриль какой-нибудь там. Что-нибудь такое. Это ж он, наверное, карте, наверное, хотел проехать, я так подозреваю, да? Нагнуть арту хотел. Все, пока у меня тут пути отрезаны. Надо уходить в сейф, а то меня сейчас еще завалят, блин. Тут прога катается, прога упоротая тоже. В начале катки к нам поджались вообще, блин, демоны. Демоны-злодеи. Вот так вот сейчас сделаем, смотри, хоп. Что там, пацаны, как дела? И просто фиксируем моментик. Поедут за артой, эту ЛТшку я выключу. А, он убежать решил. Никто не хочет по нему пиздануть разок. Блять, ну что это было? Сука. Полностью туловище подстало, подставилось, прикинь, я не смог дать тыку. Землю убил. У меня задача убить арту, ребята, как можно раньше. Жду коридор карте и... ЛТшка до сих пор живая, это вообще эпик. У меня тон тяжи на базе стоят, ё-моё. А, он прибалдевший, да, походу? Он прибалдевший, походу. Лайтфорс, привет, спасибо за рейд. Здорово, Юрец. Шо ты, как дела? 100 лет не видел тебя. Каблук Фиделька, привет. Рейдерам привет всем. Так, все, этих вальнули, да? А ну-ка, поехали, пронюхаем, что там... Так, форш, гриль не светился и вафля. Ну, это вот тут вот стоит пару тел, понял? Пишет, ЛТ, свети. Ага, прям сейчас поеду. Ради тебя все. У меня тут спецзадание, я тебя светить поеду. Интересный, конечно. У меня киллер для арты заказан. Заказ киллера для арты, ё-моё, горит. Тут Ларго Винч ждет, чтобы я арту, блин, намылил ботинки. И, кстати, 50Б не светился и вафля. Вафля может и тут стоять. А вон он, вон он, вон он, на вафле, смотри, дядя. Оп, лови подачу. Смотри, если сейчас разрядится, а вон. Давай, брат, выноси ему все хп, я поехал за... О, сука, лянь, ля, ля. 50Б не светился, сейчас можно нарваться. Но я рискую, похеру. 50Б может на базе стоять. Дима рискует, ребя. Димарик рискует. Димарик рискует, ребя. Мне надо выключить арту, кто не в курсе, во что бы то ни стало, прямо вот сейчас. Блять, ну пиздец, поиграл. Он еще и на фугасах, прикинь. Этот еблопут на фугасах, прикинь, на 50Б. Боже, что там за... Что там за дурын, да лянь? Он еще и не попадает. Что там за дурик на фугасах на 50Б? Объясните мне, пожалуйста, ребята. Меня этот рандом доконает. Mission complete. Где второй? Один есть. Меня этот рандом, сука, доконает, ребя. Как можно быть на 50Б еще и на фугасах? Так, где второй? А, ортопеда второго кокнули, да? Понял. Все, ты ж на КД, зайчик. Куда ты собрался? Ты ж на КД. Буду сейчас штурмовать тебя. Что, как дела? Лянь. 50Б на фугасах на базе стоит. Понимаете, да? Я, короче, такси вызываю, ребя. А он за мной пошел. Лянь. Хочет мстить, понял? По 50Б дайте кто-нибудь. Все, никого дома нету. Давайте, до свидания. Я приехал, зарезал арту, понял? Вызвал такси и уехал. А как вы хотели, демоны? Димарик в деле. Слушай, тесту ЛТ, блин, поприятнее будет, чем колесник за артой ездить. У него ДПМ вот этот, ну... Ты быстрее арту шлепаешь, чем на колеснике. Тем более я там без досылателя катаю.
Так, где у них К-91? 1300 хп. Е4 завалил. Угу. Чат пока не вижу, товарищи. 50Б на базе на фугасах. Это все. Теперь вы все видели, ребята. Это просто эпик. Ой, блять. Камеру не крутанул, вил, и чуть не запорол. Ты видишь, что делается, лянь? Пытаются щемануть, отжать красивый спортивный костюм, новейший, сука. Понимаете, в чем дело? Новейший, мать его, спортивный костюм хотят просто нахуй заиметь. А он мне, блядь, и самому как бы нужен. Охуеть. Бля, чуть, сука, коленки не подрал, ты видел? На велосипеде. Именно велосипед. Так, куда этот делся, этот Пиноккио? Вот он, вот он, вот он, вот он. А мы тебя видим, зайчик. Блин, ну он же, сука... Ля-ля-ля, обманщик, ты видел? Я на проход кидаю, он влево увильнул. Обманщик, сука, Витя. Ля, спрятался. Ну, хитрая жопа, ты прикинь? Сука. Веселая хитрожопость называется. Так, а ну давай тут через куст выглянем на молодых людей. Ох ты, блядь, ты что тут делаешь, ты? Ты ж на базе был, ё-моё. Ты ж, сука, на базе был. Ну, тебя ж это неприятно, слушай, фуловый. У меня в крови уже привычка от арта уворачиваться. Ее уже давно нет, но я понял. По привычке уворачиваюсь от арты все равно. Блин, вся инфа по танкам есть. Кого вы ждете? Подъезжайте, лупите. Здрасте. Любишь сиськи? Ставь лайк. Привет, Димасик. Привет. На зеленку для коленок. Ух ты, нихуя ты вертуху садишь, слышь, перепрыгивая через ЖД. На зеленку для коленок. Юрий Валентинович, спасибо за 150. Ты видел, он садит на ходу, там скачет через ЖД. И перепрыгивает, ты понял? Сейчас будет блайндить. Пацаны, у меня вообще есть арта, блядь. У меня две арты, ё-моё, лянь. Смотри, он блайндит. Да хуй тебе. Домой, домой. Уже два фрага. Домашний, ты посмотри на него. Ты видел, не? Так, все, К-91 тут. Одну подачу я выдерживаю, да, если что. Вот он меня чекнул. Прям сюда где-то в крайних кустах палец стоит, понял? 50Б выключат. Ой-ой-ой, заплевали молодого, лянь. Бля, ну нормально, слышь, суммарочки, 7643 пойдет. На этой карте это вообще бомба. Результаты. Так, а миссия ж выполнена, да? Да, я ж ГВЕ хлопнул. Все. Мать купила жениться, а они отнимают. Совершенно верно, брат. Брады. Бля, я светил полбоя, да? Задача была зарезать арту, я хлопнул арту. Почти в топе по урону, еще и насветил 4200.